Друзья, всем привет! Вы, как всегда, на канале Ретротех, и с вами, как всегда, я, Леха. И давайте немного окунемся в прошлое и вспомним то время, когда устройства поистине были фановыми. То время, когда мы гонялись не за техническими характеристиками, а выбирали телефон по тем ощущениям, которые он у нас вызывал, и мы действительно не знали всех технических характеристик, а ориентировались только на бренд и наше внутреннее ощущение, то, как мы хотим видеть этот телефон у себя в руках. И сегодня именно такой агрегат я хочу вспомнить. И, друзья, это у нас Nokia 7260. Поэтому, ребятушки, усаживаемся поудобнее, берем все свои самые вкусные вкусняшки, ну, а я начинаю. Кто знает меня лично, тот знает, что я не люблю безликие вещи. И очень часто, друзья, заходя в какой-то магазин мобильных устройств, я сталкиваюсь с тем, что мне абсолютно неинтересно наблюдать за современными телефонами. Они просто кажутся мне безликими, и как будто я стою на каком-то конвейере, наблюдая за выпуском очередной стеклянной модели. И да, друзья, эти телефоны в современном мире обладают потрясающими техническими характеристиками, но они бездушные. А вот, друзья, в случае с Nokia 7260 все совсем наоборот. Здесь нет никаких-то выдающихся технических характеристик. Но, друзья, все-таки давайте вспомним. Это у нас 2004 год. И вот этот телефончик с первого же взгляда, как только вышел, приглянулся мне. И руки сами тянутся к нему для того, чтобы взять его и немножечко рассмотреть. Ну, друзья, я скажу честно, что в дизайне тех времен очень часто виднелся один и тот же стиль, да? Ну, давайте, собственно, и сравним некоторые модели. У нас здесь вот есть 7610, 7260. Мы видим, как прослеживается линейка, да, одних и тех же устройств. Они все имеют одинаковые формы, и это было интересно. Можно было бы, конечно, за всем этим наблюдать и смотреть, как это эволюционирует. Друзья, но сегодня у нас все-таки Nokia 7260. И что мы можем сказать? Вы только посмотрите на этот яркий, броский и кричащий дизайн. Хромированные вставки, глянец, пластинка вот эта вот черная, металлические вставочки, красная подсветка клавиатур, друзья, это же просто какая-то бомба. Честно сказать, я уверен, что даже сегодня этот телефон не затеряется на фоне современных раскладушек, а на фоне телефонов, выпущенных 10, 15 и 20 лет назад, этот телефон определенно имеет узнаваемость. Ну и что ж, давайте немножечко пробежимся по нему. Что мы видим, друзья? У нас есть клавиатура, большие клавиши. Честно скажу, очень приятные и мягкие, и есть вот этот вот хруст, когда мы нажимаем на кнопочку, оно прям отзывается к нам в ответ. Да, вслепую, честно говоря, можно и не попасть, потому что кнопки вот такие вот не привычные нам клавиатурой, но в принципе на этом можно и не останавливаться. Не понравилось мне, скажу честно, сразу два момента. Это широкий и почти плоский джойстик. Он реально не совсем удобный, сделанный под хром. И, честно говоря, вот эта вся клавиатура со временем очень сильно оползала. Да? У меня вот здесь вот есть мой коллекционный вариант. И мы, в принципе, можем обратить внимание, что джойстик абсолютно стер. То есть это, по сути, просто хромированное напыление было, но ничего страшного. Традиционно для Nokia отсутствует заглушка разъема. Мы знаем, что у Samsung всегда были заглушки, у Sony Ericsson это были заглушки на картах памяти, у Nokia, к сожалению, таких заглушек нету. Ну и на корпусе у нас вот здесь вот с левой стороны, конечно же, имеется старый добрый вот это вот отверстие, да, под ремешочек. На левой грани у нас есть качелька громкости, которая довольно-таки удобная.
ничего про нее не скажешь, просто удобная качелька громкости. С правой стороны у нас есть выход под динамик, также имеется ИК-порт, и сверху еще одно крепление под ремешок. И это, друзья, кстати, уникальная особенность, потому что мы могли его пришивать как снизу, так и сверху. Также имеется стандартная кнопочка переключения режимов, она же является кнопкой выключения. Ну а внизу у нас разъем под зарядку и стандартный КПОП разъем. А давайте немного поговорим про дисплей, интерфейс, ну и собственно память самого телефона. Честно, еще совсем недавно, лет так 10 назад, эти дисплеи можно было бы назвать, ну, стандартными, потому что они все были одинаковыми. Разрешение у нас здесь 128 на 128 точек. И если мы, например, возьмем к сравнению Nokia 6233, то мы прекрасно понимаем, что это стандарт того времени для многих телефонов. Типичный квадрат. Ну, для, в общем-то, довольно функционального телефона на то время это уже было мало. Потому что, как мы видим, следующее поколение, ну, здесь уже было немножечко поинтереснее. Но это время, когда все шли за минимализмом, и экран тоже претерпел некоторых вот таких вот изменений. Хотя я скажу, что на большинстве предустановленных фоновых картинках, которые вот здесь вот у нас есть, качество читается довольно-таки хорошо. Давайте пробежимся по менюшечке, посмотрим, что у нас здесь есть, и заодно откроем вот эти вот наши картинки, да, нашу графику, и посмотрим, что у нас тут есть. Конечно, на таких вот маленьких экранах все это выглядилось очень и очень даже неплохо. Но даже сама заставка выглядит очень хорошо. Итак, в главном меню телефона мы можем наблюдать стандартное меню 3 на 3. Либо же мы можем его изменить, чтобы он выглядел списком. Ну, здесь тоже мы не видим ничего неудобного. Навигация по меню у нас происходит с помощью джойстика. Также можно использовать клавиатуру, что, кстати, было очень удобно по одной простой причине. У нас очень часто ломался джойстик, и это было очень и очень неудобно. Приходилось менять всю клавиатуру. Но плюсом к тому, что джойстик у нас здесь является не вшитым в плату, а это всего лишь клавиатура, нажимаемая на кнопки. По работе меню или других каких-то приложений вопросов никогда особо не возникало. И скажу честно, что вот такой вот вариант джойстика намного лучше, чем джойстик, например, на той же самой Nokia N73. Все работает, как и положено на то время, с небольшими фризами, подтормаживаниями и запуском. Но, собственно, это ничего ужасного нету. В телефоне у нас, друзья, наблюдается около 5 мегабайт памяти, разделенной на 3 неравные части. По сути, около 2,5 мегабайт у нас отдано под галерею. Да, это под ваши фотографии, видео, всякие темки, загруженную музыку и так далее. Около 1 мегабайта отдано под игры и приложения, и оставшиеся примерно 1,5 мегабайтов под нашу книгу контактов, да, а мы знаем, что это все-таки в нулевых была самая главная фишка, когда у вас очень много телефонов в вашей телефонной книге. Но я вам скажу, что очень хорошо и удобно сделана сортировка и вид просмотра, сортировать файлы можно по имени, по дате, ну, то есть в менюшке мы плавали довольно-таки очень быстро, и здесь проблем не было. Друзья, давайте теперь, конечно же, перейдем в наши режимы, и я предлагаю вам посмотреть, какая у нас здесь была музыка. Конечно же, здесь про MP3 и не пахнет, это у нас стандартная наша полифония, ну и давайте посмотрим, как он у нас звучит на сегодняшний день.
Ну, друзья, обычные, ничем не примечательные мелодии. А по камере, друзья, у нас же здесь, конечно же, есть камера, и вот тут вот тоже сверхъестественного у нас ничего нет. С настройками камеры не возникает затруднений даже у самого простого незнакомого с технологиями человека. У нас есть два типа съемок, друзья, портретный и альбомный. В первом случае у нас разрешение, если это портрет, снимает в качестве 80 на 96. Это даже очень страшно. Вот реально страшно. А второй у нас снимает с разрешением 640 на 480. Это у нас альбомная фотография. Есть еще ночной режим, но, как мы понимаем, это просто одно лишь название. И для этой камеры такое количество настроек, друзья, как говорили в свое время, это только плюс. Не надо ломать голову над тем, чтобы придумать, как испортить снимок. Но это правда. Есть. Сохраняем. Ну и, друзья, вот. Собственно, вот так вот выглядит фотография. Ничего не хочу вам говорить. Делайте выводы, как говорится, сами. Ну и в целом можно снимать видеоролики длительностью до 5 секунд, до 50 секунд. Ну давайте посмотрим, что мы сейчас, конечно, можем записать. Камера. Варианты. Переключим на видео. Вот такой вот, друзья, пример видеосъемки на Nokia 7260. Интересно, конечно, очень интересно. Не знаю вообще, что там. Что-то распознает или нет, потому что памяти больше не хватило. Телефон. Все, памяти нет. Записывать больше некуда. Помимо, друзья, всех вот этих вот недочетов, конечно же, сегодня это выглядит очень смешно. Но на то время никакого смеха не было, потому что увидев вот такой вот телефон у вашего коллеги на работе или у человека, который просто где-то рядом проходящий в маршрутке, вы понимали, что этот человек не такой уж и простой человек. Это человек, который действительно имеет стиль, это человек, у которого на первом месте стоят не технологические новинки и новшества, а это человек, для которого действительно стиль и дизайн, индивидуальность превыше всего. И на сегодня я вам скажу честно, что вот такой вот телефон с таким-то дизайном, это классный аппарат для того, чтобы просто использовать его как второй телефон. Есть моменты по поводу того, что очень неудобно сделан именно форма лепестка и острый конец находится вот здесь вот, потому что, ну, в правой руке удобно вроде бы лежит, а если вы левша, то вот этот вот угол вам врезается в руку. И плюс, если вы ремешочек носили внизу слева, то, конечно же, все это мешало. Но скажу вам еще раз, друзья, это же все чистые придирки. Потому что этот телефон, это не про удобство, а этот телефон про дизайн. Вот такой вот у нас получился сегодня, друзья, ролик. Всем спасибо. С вами был, как всегда, я, Ретро Тех. Всем ностальгии. Всем пока. Пока.